Джордано Бруно, итальянский католический священник, монах-доминиканец, философ-пантеист и поэт, автор многочисленных трактатов. Шел 16 век. В духовном мире тогда господствовала католическая церковь. Во многих европейских странах эта церковь была ведущей церковью. Она отличается красотой и духовной силой. Ее очаровательные храмы возвышаются по всей Европе, но в мире нет ничего совершенного, и даже эта церковь совершала ошибки. Серые гуманоиды вмешивались и будут вмешиваться в духовную жизнь человека, и ради торжества истины будут показывать людям интересные вещи и ставить под сомнение старые устои человеческого общества. Инопланетяне обратили внимание на католического монаха, жадно искавшего истину, и решили кое-что показать ему. Как-то вечером Бруно прогуливался в безлюдном месте и размышлял на тему небесных светил и устройства космоса. Но вдруг он услышал легкий шум и увидел тусклый свет. Затем он увидел, как приземляется небольшой летательный аппарат в форме тарелки. Затем из него вышли два существа, не похожие на людей, и Бруно сразу понял, что это жители иного мира. Его поразили большие черные глаза пришельцев, и он стоял как загипнотизированный. По их виду он сразу понял, что эти существа обладают сверхчеловеческим интеллектом. Нам нравится твое свободомыслие и желание понять истину. Твои благородные порывы не остались незамеченными, и вот мы хотим показать тебе наглядно небольшую часть того, как устроена Вселенная. Так говорили серые гуманоиды и пригласили Бруно в свой корабль. И вот он сидел в кресле рядом с инопланетянами и ощутил и увидел, как корабль плавно отрывается от Земли и поднимается в небо. Вначале он увидел город с высоты птичьего полета, затем летательный аппарат поднялся еще выше, и он ясно увидел нашу Землю в форме голубого шара. Это было необычное зрелище для человека, живущего в 16 веке. Но дальше он увидел еще больше. Корабль отдалился от Земли, и Бруно увидел нашу звездную систему, Солнце и некоторые планеты, которые вокруг него вращаюсь. И Венеру, которую называли утренней звездой. Хотя это была лишь планета. Серые гуманоиды сказали, что Венера лишь издали очень красивая, а если к ней приблизиться, то можно увидеть, что это настоящий ад, непригодный для жизни. В космосе есть много экзопланет земного типа и множество звезд, подобных Солнцу, сказали они. Бруно любовался обилием звезд и планет бескрайнего космоса. Планет земного типа, на которых существует органическая жизнь, подобно, как на Земле, есть бескрайнее количество. «Мы покажем тебе одну из них», сказали они. И корабль приблизился к голубой планете. Они сказали, что планета полностью покрыта водой, на ее полюсах есть лед. Здесь нету разумных существ, пока нету, но мы можем экспортировать разумную жизнь, сказали они. В океане есть жизнь, очень много разных рыб, больших и маленьких, и разных морских животных. Затем летательный аппарат погрузился под воду. Это был универсальный аппарат, который мог двигаться и под водой. И Бруно увидел, как любопытные рыбы, привлеченные светом, буквально заглядывали в иллюминаторы корабля. И можно было их четко разглядеть. Они были очень похожи на тех рыб, которые водятся в морях и океанах на Земле.
Все это путешествие произвело сильное впечатление на человека XVI века. Серые гуманоиды опустили Бруно обратно на землю и сказали, чтобы он особо никому не рассказывал то, что он увидел. Так люди того времени были еще не готовы к такой информации. И если он будет всем рассказывать о строении Вселенной и о новой модели мира, это может закончиться неприятностями и даже публичной казнью самого Бруно. Многие народы находились во мраке и считали, что Земля – центр мира, и что она плоская и находится на спинах слонов, которые стоят на огромной черепахе, и она плывет по бескрайнему океану. Есть много древних моделей мира, вот, например, египетская модель. Германия, прогрессивная европейская страна, хорошо отнеслась к Джордано Бруно. В 1589 году он уже в Гельмштетте, а в 1590 году он приезжает во Франкфурт-на-Майне, где публикует свои труды и получает солидный гонорар. В 1591 году Бруно совершил ошибку. Принял приглашение от молодого венецианского аристократа Джованни Мочениго по обучению искусству памяти и переехал в Венецию. Однако вскоре отношения Бруно и Мочениго испортились. 23 мая 1592 года Мочениго направил венецианскому инквизитору свой первый донос на Бруно. Мочениго – очень неблагозвучное имя, чем-то напоминает слово «моча». И этот гнусный тип, зловонием своих доносов, пытался осквернить светлый образ мудреца и мыслителя Джордано Бруно. По сути дела, он является причиной тюремного заключения, а затем и тяжелой смертельной казни Джордано. Вот строки одного из доносов Мочениго. «Я, Джованни Мочениго, доношу по долгу совести и по приказанию духовника, что много раз слышал от Джордано Бруно, когда беседовал с ним в своем доме, что мир вечен и существуют бесконечные миры, что Христос совершал мнимые чудеса и был магом, что Христос умирал не по доброй воле и, насколько мог, старался избежать смерти, что возмездие за грехи не существует, что души, сотворенные природой, переходят из одного живого существа в другое. Он рассказывал о своем намерении стать основателем новой секты под названием «Новая философия». Он говорил, что Дева Мария не могла родить, монахи позорят мир, что все они – ослы, что у нас нет доказательств, имеет ли наша вера заслуги перед Богом. В тот же день вечером философ был арестован и заключен в тюрьму инквизиции в Венеции. Ты тот Джордано, который... Джордано Бруно. Душой и телом. Что случилось? Тебе не кажется странным оказаться перед худшим из грешников? 25 и 26 мая 1592 года Мочениго направил новые доносы на Бруно. 17 сентября из Рима поступило требование к Венеции о выдаче Бруно для суда над ним в Риме. Общественное влияние обвиняемого, число и характер ересей, в которых он подозревался, были так велики, что венецианская инквизиция не отважилась сама окончить этот процесс. Серые гуманоиды, которых церковь ложно считает бесами, не смогли помочь Джордано, так как они по своим делам покинули Землю и полетели на свою планету. Католическая инквизиция приговорила Джордано Бруно к жестокой смертной казни. Сожжению на костре. Это случилось 17 февраля 1600 года. Спустя много лет, 9 июня
1889 года в Риме был торжественно открыт памятник Бруно на той самой площади цветов, на которой инквизиция около 300 лет тому назад предала его казни. Внизу на постаменте надпись «Джордано Бруно» от столетия, которое он предвидел, на том месте, где был зажжен костер. Если вы досмотрели до конца, значит, вам было интересно. И сейчас самое время поставить лайк. Спасибо всем за просмотр и комментарии. До встречи в следующем видео.